уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все монет. Уважаемые телезрители, сегодня мы с вами рассмотрим великолепную монету Камеруна, которая посвящена Никола Тесла. Монета весом в 2 унции. Изготовлена из серебра номиналом 2000 франков. Друзья, эта красивая серебряная монета весом в 2 унции посвящена знаменитому изобретателю Николе Тесле. У этой монеты античная отделка, чудесный рельеф и настоящая лампочка, которая загорается при приближении к катушке Тесле. У этой монеты ограниченный тираж всего лишь 300 экземпляров. Она поставляется в футляре вместе с сертификатом подлинности и плазменной катушкой Теслы. Рассмотрим техническую характеристику. Год выпуска 2023. Номинальная стоимость 2000 франков. Материал, из которого она изготовлена, серебро 999 проб. Диаметр 50 мм. Вес 62,2 грамма или же 2 унции. Качество античная отделка. Тираж 300 экземпляров. Страна Камерун.